Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, предоставленным региональным УФСБ России в отношении заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России Удомельский, начальника полиции, обвиняемого в получении должностным лицом взятки за совершение действий без действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 14 июня по 11 октября 2018 года обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим подчиненным, старшим оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции, лично получили от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 1 900 000 рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности последнего. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В региональном следственном комитете новый руководитель Альберт Андреевич Кизимов родился в 1980 году в городе Людиново Калужской области. В 2002 году окончил Саратовскую государственную академию права. Работал в органах прокуратуры и следственного комитета Калужской области. С 2012 по 2014 годы занимал должности в Главном управлении процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации. С 2014 года проходил службу в Следственном комитете по Курской области. 2 года в должности первого заместителя руководителя Следственного управления. Указом президента Российской Федерации от 30 сентября Кизимов Альберт Андреевич назначен на должность руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. 11 октября с 10 до 13 часов в региональном следственном комитете состоится прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением законодательства. Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. Предварительная запись по указанным телефонам.